на грядку рекой, славный город Слободской, словно давний мой приятель, он уютный и родной. Много город мой любим, всем талантов подарил Бакулев, хирург великий, сердце скальпель лечил. Грин алый парус написал, Булатов мирный флаг поднял. И пускай на карте точка, моя малая земля, одевает всю Россию, кроме меха и соболя. Это выступление пятилетней слобожанки можно увидеть на просторах интернета. Ульяна Мирошникова в числе 25 наших земляков попробовала силы во всероссийском видеоконкурсе «Дети читают стихи». Впервые его организаторы учредили специальную номинацию «Я пишу стихи». Именно в ней приняла участие Ульяна. Мы узнали, что Ульяна Мирошникова у нас вместе с мамой умеет сочинять стихи. Мы ее послушали и решили отправить это стихотворение на конкурс, так как оно о нашем слободском родном городе. И еще из младших детей Полина, ей 4 года, она рассказывала стихотворение, не собственно сочинение, тоже про Слободской Цыпукова. Дети, конечно, очень волновались, было несколько раз переснимали это все видео там, потому что особое требование еще к этому видео по весу и по размеру, но нам это удалось. Я там рассказывала стихотворение. Стихотворение ты сочинила сама? Нет, мы сочинили вместе с мамой. Моя мама ветеринаром работает, собак и кошек. Свой маленький уютный город с богатой историей Ульяна очень любит. Есть за что. На площади есть фонтан. Ковический музей есть рядом с площадью. Кто тут родился? Моя мама и бабушка и дедушка. Он красивый, твой город? Да. Мы летом с ребятами ходили к святому источнику. Как считаешь, любить свой город надо? Да. А почему? Потому что там все очень красивое. И я там родилась.